Тут вот тоже пенек. Все никак его. Это вот все огромный один пенек. Никак не могу его победить. Вот так вот по кусочкам отрываю, разбиваю. И, блин, конца края нету. Всем привет. Мы снова в деревне. Вот. 2 дня я тут косил. Там спереди, за забором, здесь, на заднем дворе. Плюс еще аж вон куда, видите, ну, прокосил. Периодически подхожу вот к этому пеньку. Это вообще моя головная боль. Я уж просто задолбался с ним. И по кусочку вот так вот отрубаю. Там-сям. Вот за сегодня, видите, целую телегу нарубил. Вот. Ну, буду вывозить, жечь. Не знаю, как этого пня избавиться. Он был настолько здоровый. Здесь просто такой куст из деревьев состоял. Чего я только не пробовал, короче. И жечь его. И туда какие-то химикаты, короче, вставлял. Вот, что он типа должен сгнить, короче. Ни хрена он не гниет, короче. Вот такой вот он и есть. Вот. В общем, как бы дело тут по горло, на самом деле. Ну, в Москве идет дождь. Ну и, соответственно, у нас идет дождь. Тут воду скачал с одной бочки, а то на дом брызгало. Вот. Из-за дождя пришлось остановить постройку гаража. Вот. Я не особо сильно продвинулся вперед. Однако, вот видите, на какой стадии нахожусь. Тут уже отрезал, вот где алюминиевая балка лежит. Вот тут еще одна перемычка должна быть. Вот. Но, блин, в дождь не полезу и не буду варить. Вот. Занимаюсь так делами. Вчера у нас вырубили свет. Вот. И я не мог там ни пилить, ни варить. Однако, смотрите, что я победил. Здесь был огромный-огромный корень. Вот то, что вы увидите, это вот таких размеров я его пытался окопать. Вот, от него вот тут еще торчат корни. Вот, но в дождь тоже не буду ковырять им. Так, по чуть-чуть иногда достаю. Что-то там вырвал, кинул, вырвал, кинул. Вот. И сейчас изготавливаю кронштейны под камеру. Вообще, как бы в мастерской, блин, полно работы. Во-первых, бензопила как бы накрылась. Ну, как накрылась? Цепь вместе с шиной. Вот. Потом, ну, с этим вроде закончил, да? Сейчас пытаюсь супруге сделать, чтобы она грядочки у себя могла полоть там, вскапывать. Эту штуку пытаюсь сделать. Так, теперь вот из этого металла делаю крепеж под камеры. Будет спереди и сзади камера стоять. А интерактивная, которая сама будет следить за какими-то движениями и еще за чем-то. Вот. Ну, в общем, пока продолжаем. Поехали работать. Так, ладно. С одним корнем мы вроде разобрались, да? Ну, тут осталась мелочевка. Но будет чуть посуше. Займусь этим вопросом. Но у меня здесь рядом с туалетом еще находится несколько пеньков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь пеньков. И вот, короче, моя задача теперь и их также распотрошить. Потому что вот они были тут накрыты. Я думал, что они хоть как-то будут гнить. Не, ни хрена они не гниют. Ничего с ними не происходит. Вот. Один вариант только, это механическое уничтожение их. Поэтому я уже занялся потихонечку. Я вот как-то изготовил вот такую специальную лопату-кирку. Вот, заточил ее.
она тяжелая. И чтобы вы понимали, ну не знаю, сейчас одной рукой-то, наверное, будет тяжко, да? Ну, сейчас попробую. Вот так вот, короче, вбиваю. Вот, она даже может, видите, ну, деревяшки откалывать всякие. Вот. Ладно, приступим к доставанию и этого пня. Пней.